сегодняшний день в городе Купинске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере, детей, женщин, из-за того, что постоянно город находится под террором, постоянно ракетные атаки именно со стороны вооруженных формирований Украины, которые не оставляют попыток разрушить инфраструктуру города. Это касается не только города Купинска, это касается практически всего Купинского района, Изюмского района. Они нанесли очень серьезный материальный и моральный ущерб нашему населению. И сегодня я не вижу никакого больше выхода, как просто обеспечить хотя бы спасение детей, которые находятся под постоянными обстрелами. Больше здесь добавить нечего.